Привет, друзья, меня зовут Павел. Я сейчас в Индонезии и нахожусь в приложении оператора Telkomsel, MyTelkomsel. Здесь видно, какой у меня баланс, сколько вот интернета осталось. Осталось мало, поэтому мне нужно купить пакет интернета. Данный оператор номер один, после него только оператор XL идет. Ну что ж, попробуем поискать пакеты интернета. Я нажал «Купить». Пакет, далее жму интернет и хочу найти себе пакет побольше, пожирнее. Вот на 52 гигабайт мне вполне устроит. 161 тысячу нужно закинуть. Жму назад. В левом верхнем углу топ-ап кредит. Жмем 200 тысяч. Жмем кредит карт. Купить. Buy. И тут уже вбиваем наши данные. Данные секретные, приватные, поэтому ставлю на паузу пока. Перешел в приложение Telkomsel, нажал купить, карта Visa, процессинг через Visa. Сейчас должен код прийти в приложение Тинькова. Да, пришел 6767 для того, чтобы списалась, прошла оплата на 200 тысяч. Не получилось. Есть другой способ. Давайте я вам сейчас покажу. Через приложение Telegram. У Telkomsel есть бот. Ссылку на бот оставлю под видео. И тут у меня все получалось. Знаете, как начинать общение с ботом? То есть, сперва ему пишите /start. У меня уже было общение. Поэтому он дальше продолжает предлагать сразу мне услуги. Вам же он скажет, давайте привяжем номер. Выбивайте номер 08, приходит смс, подтверждаете ваш номер. Считаем, что мы все подтвердили. Смотрим, какие тут команды предлагаются. Контох — это команды. Изи пульса — пополнить баланс. Били пакет — это купить пакет. Вот. Набиваем пульса. Это значит баланс. И нам предложится вариант, на какую сумму денег закинуть. Знаете, у меня раньше проходила операция на 50 тысяч. Давайте я ее попробую еще раз через этого бота. Может, у меня просто карту заблокировали через тот процессинг. Ну, бывает. Это не значит, что в вашем случае все не пройдет. С первого раза без проблем. Сейчас вобью свои данные. Пошел процесс. Сейчас тоже будет проброс на процессинг от Visa. Ну и код придет. Приложение Тинькофф. У меня так, кому-то смс приходит. 50 тысяч, 95, 96. Ждем. Успешно. Круто.